Идите внутрь, куда вы стали тогда. Это кто еще такой? Дима. А. Русские, которые не пьют, ты что, дурак? Да, это обманка, конечно, это же. Я надеюсь, тебя Шамс не записывает звук. Жесть. Ты что за вход это храб... Нихуя! Ты не мог выбрать бар подешевле? А, кстати, это владелец бара. У нас вино. Это коньяк. Сейчас владелец вылезет оттуда, походу. Это спранг. Понимаю. Ну ладно, выпьем коньяк. Я возьму немножко коньяка. Папа рожи набивает. Папа достанет. А, тут такое дело, короче, у нас на ЛСА. Из патронов только две фуры. Все, больше ничего нет. У нас лидер я не знаю, Миша, ты бы ебало свое закрыл, потому что Фрапс идет со звуком, блядь. Да. И поверь, Фрапс, ты получит гостники, миг этим восполнится. А, то есть мы садимся сюда, я понял. Вы садитесь отдельно, если хотите. От службетка. А как? Блин, такой, блин, вот почему интерьеры баров такие неудобные? Даже нигде сесть нельзя. Я так хочу сейчас залезть на стол и вот они с 11 сделать, сесть на бутылку, типа, блядь. Дурак или что? А, кстати, да. На этот, на пол, на этот, блядь, левитируешь на воздухе. В ногах правды нет его. А куда Марка пропал? Я здесь. Так, а, ты сзади меня, лол. Он, блядь, там где-то отдельно сел, знаешь, чтобы не мешать, блядь. Ну, да. Так, а чё у нас там первое задание? О чём было? Не буду. Я стою, ебать, ты видишь, секурица, блядь, ты видишь меня вообще, нахуй, секурица, чисто. Дмитрий Пистолетов? Серьезно? Пускай стоят у пирата. Девятка, если что, там тоже представить. Так, нам нужно что? Организовать общее для всех составов криминального уклона. Общая работа, подготовка. А. Артур Фостер. Ну да, прям русский. У, сука. Ты будешь что-нибудь говорить-то или нет? Итак, побольше отыгровок, Саш, потому что это как-то уже не знаю. Корабль, РП, мероприятие, что? Отыгровок или что? Да, больше говори на итальянском, больше отыгрывай. У меня нет итальянского акцента. А почему у тебя его нет? Потому что у меня нет адефедона. Почему у тебя нет адефедона? Я говорю не про акцент, я говорю про твой язык. Написать в чат. Как мне предложить его? Как мне... Куришь в баре, да? Ой. Ангел. Ангел курит в баре, чисто. А чё мне? Невидимую сигарету причём. Знаешь, просто, знаешь, нос почесал, что-то стряхнул. А, поковырялся у нас. Интересно, я слушаю. В такой, знаешь, он в рыбачьей шапке сидит. Такой, типа... Пиши, рыбак ну, только приехал. Закинем удочку. Блять, сейчас жалобу клепать буду на этот. На Антонио Сулерну. Что, типа, за херня? РП-мероприятие? Какой корабль это РП-мероприятие, алло?
А что мы будем делать-то? Мы до КРП же не придумали. Что мы будем делать-то? Ты что, дурак, что ли? Людей воровать. Мы сюда приехали, вы не придумали, что нужно делать. Вы что, совсем что ли? А что мы делать-то будем? Ты, блядь, выбирай. Не знаю. Оля, варианты. Какие тебе варианты? Мы можем захват сделать, можем ограбление, можем похищение, не знаю. Что, это... что, мы, можем, уже... что мы можем обокрасть? Что мы можем обокрасть? Оружие не будет. Устроить захват суда. Да. Чё? Захват суда, как тебе такое? А где мы судно возьмем? Да вы можете, блядь, не... Какого суда? Не брат, блядь, не говорите, что вы хотите. И когда, блядь. И как это, блядь, сидите, шутите, блядь, там, про МК, там, и всякую хуйню, не знаю, блядь. Сидите, у меня фрап со звуком идет. Не хочу, блядь, звук и звуковую дорожку убирать. Так чем мы... Если мы... Давай ограбим оружейный магазин с целью продажи. Как вариант? Делаю по ссылке, короче. У нас этого оружия хоть жопу живи. И что? Черный рынок? Давай хотя бы по наркотикам. Фармацевтическую компанию ограбить. Их поставки. Звучит круто. Нам теперь придется этого чувака убрать. Да здорово! Здорово. Может, вы уберете его оттуда, выведете, убьете, пристрелите, ну сделайте. Анжела, скажи ему, чтобы на это прошел до ближайшего багажника и лег туда. Все, он уже уснул. Ну-ка, сейчас секунду. ФБР вызывает. Что нам для этого понадобится? Форма армейцев, скажем, гостранспорт и бомба. Зачем нам форма армейцев? Ну, не знаю. Компании? Да. Скажем, что это военная, что типа сейчас перекроем, типа. Военная операция? Да, что-нибудь типа. Ой, бля. Не знаю, думай. Что-то вообще какой-то даун. Если так посмотреть на тебя со стороны, какой-то даун. Молчит по 5 минут, такой думает, что написать. Пишет хрень какую-то.
Стволя. Про лимузин не забывайте, то, что он сейчас пропадет. Что-то кто-то бьет, ебать. Слышу. Стволов. Лимузина нет. Ничего нет. У меня друг с девкой гуляет. Типа, сам прикол. Типа, ну, там еще пацан и еще одна девка, короче, получается, две пары. Блять, он, короче, говорит, давай ей в нос ключ засунем, блять. Че, ебанутый, блядь. Ебать, пизда. А че он там открыть хочет? Хуй вот. Фрапсишку ставим им или как? Скажи то, что мы будем, то, что, что? Твои эти канцелярии будут дальше с ним работать. Блять! Сочный чизбургер, свежий чикенбургер за 30 рублей, не упусти свой шанс, блять! Где маг нахуй у меня поблизости? Да какие твои канцелярии? Скажи то, что типа в следующий раз и все связи будут через меня. Типа, если что, то пускай обращается ко мне. Как будто он знает, кто такие канцелярии. Ты у меня сидя гоняешь. Ну, нахуй. Так, все, это тайный разговор.